3 месяца работы, и вот обновленный комплекс на площади Куйбышева, посвященный солдатам Великой Отечественной войны, представлен для жителей и гостей города. Отреставрировали саму стелу, текст указов о присвоении городу ордена Ленина, а также добавили военные фотографии. Капитальные восстановительные работы прошли также и на комплексе в Куйбышевском районе, а поддерживающий ремонт выполнили еще на 14 объектах по всему городу. Все они важны для ветеранов войны и труда, поскольку в дни воинской и трудовой славы все они приходят к этим местам, чтобы почтить память погибших товарищей и вспомнить о прошедших событиях. Это именно памятные места, на которых наши ветераны, пусть они уже пожилые, но они ищут встреч, чтобы поговорить, вспоминать те события, которые были в те годы. И ветераны наши, они рады тому, что сейчас действительно руководство города, области, вот эти работы ведутся. Я думаю, что и в последующем эта работа будет вестись, и будет все восстановлено в нашем городе и в области. Ветеранское сообщество «Самара» регулярно участвует и в комиссиях по увековечиванию памяти выдающихся личностей и событий, связанных с городом. В таких встречах важна роль историко-культурных экспертов, которые помогают с достоверностью различных фактов, а также помогают разработать уникальный внешний вид мемориальных комплексов, которые будут возводить или реставрировать. У нас есть комиссия по увековечению памяти при департаменте культуры. Там постоянно подобные вопросы поднимаются. Там многие, кто предлагают свои проекты, они вправе туда прийти, они вправе представить свой проект, доказать необходимость оного. У нас есть вот рабочая группа, в которой обсуждаются подобные задачи. Жители города также положительно относятся к работам по восстановлению памятников, подчеркивая важность сохранения истории для подрастающего поколения. Надо свою историю помнить просто, чтобы молодежь наша знала. Конечно, нужно. Положительно отношусь к этому, чтобы молодежь знала все о том, как у нас происходило и как добивались наши дедушки, прадедушки, чтобы не было такого больше, не повторялось. У меня есть внуки, и я хотела бы, чтобы они, ну, скажем так, помнили, у них была память о том, что мои родители, да и я тоже, то есть память же есть, пережили и для потомков, для правнуков. Всего на территории Самары 326 мемориальных объектов, которые увековечивают героев и события Великой Отечественной войны. Это и памятники, и мемориальные доски. К 80-й годовщине Победы их проверят и в случае необходимости приведут в порядок. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.